Петр Порошенко обратился к Соединенным Штатам с просьбой о консультационной и военной помощи. Речь идет не о военном вмешательстве, а о предоставлении техники, снаряжения и других поставках наподобие программы «Ленд-лиза», существовавшей во время Второй мировой войны. Америка может предоставить Украине вооружение. Об этом в эксклюзивном интервью подробностям сообщил американский сенатор Тед Круз после встречи с Петром Порошенко. Первый сенатор латиноамериканского происхождения и, вероятно, будущий кандидат в президенты США прибыл в Киев с коротким визитом. Америка должна помочь и в борьбе за энергетическую независимость, уверен он. В частности, речь идет о совместной разработке месторождений газа и его экспорте в Украину. Я уверен, что США могут предоставить Украине как средства защиты, так и военную помощь. Не знаю, пойдет ли Конгресс на это, но лично я поддерживаю такое предложение. Мы также должны применять более жесткие санкции к России. США необходимо больше помогать украинцам в борьбе за свободу и энергетическую независимость.